Я как долбоёб. Сейчас было бы. Нет, ничего уже, насрать. Трой, переходите или нет? Вторая пачка. Так, так, они вниз. Они вниз пошли. Хо-хо. Тупицы. Тупицы, блять. Ну сигналить им, что ли? Ой, а кто тут? Ну все, найс. Все, сейчас они увидели, все, нас они увидели. Блять, теперь уже надо быть долбоевым, чтобы к нам. Давайте выключаем сигнал. Они встали, они задумались, да. Так. Да, придам. Тут тоже пачка. Тут гейминг-год зашел. Все, да. Оттягиваем назад, оттягиваем назад. Чуть назад. Энергию прокушали? Да. Занимаем исходные позиции. Наверх. Моя пачка наверх поднялась на ступеньки. Все. Равор, отходи. Какой-то у них большой блок, ребят. Хороший блок. Так, так, его пачка наверх. Да, его пачка наверх. Наши по старым позициям. Да. Они ссут сюда заходить. Их типа не смущает, что их два раза больше, блядь? Одна пачка, вот, видишь, ушла. Вот сейчас, Жень. Ваня жопа. Все. Как блок будет вот здесь или вот здесь, можем пушить. Да. Ванечка, стакайся. Подходим чуть-чуть. Так. Ну. Я могу загореться. Жень, готов? Быстрее. Я-то готов, блядь. Я готов. Ну, они там сверху стоят. Погоди. Они сейчас в жопу зайдут к нам. Нормально все. Не ссы, блядь. Жень, ну я на стакан. Ковыч здесь же. И гейминг-год здесь. Да. Все найс. Влетай в них. Я на тебя влетаю. На Поларуса, ах, на Поларуса, блядь, на пошли, Поларус, пошли, Поларус, пошли, Поларус. Пошли. Да... Блядь. А? Стянул. Дал контроль. А, мы дали заливку, Жень, назад. Так куда? Мы заливку дали, Жень. Все, отходим. Чуть назад качнулись назад. Отхил. Отхил, найс, живем. Шикардос. Так, как будет заливка, говорите. Они тоже отдали заливку. Играем. Так. Разминайте пока консервов. Консерв? Жень, ты готов ворваться? Разминайте. Погоди. Вот я сейчас буду готов. Они косу отдали, я готов. Давай. Я врываюсь. Врывайся. Могилочка. Все. Только для маленького Жень, можете количества. Можете отойти? Да, отходим. Дал стенку Ковыч. На отзон. Ковыча. Попиздить его чуть-чуть. Порезал. Готовьтесь его. Отдать заливку. Назад чуть-чуть отойдите. Чуть назад. Блять, а шикарно там. Я их сзади обойти попробую. На так, я готов. Нет, не на... А, плавно, да, все. Варус, окей. Вань, чего? Я не настакан. Сколько? Ну, ноль. Ну, сейчас, ну, в процессе. Тихо, РДД, близко не подходите, они сейчас будут пиздить. Но я настакан. Бадон давай. Откатился? Бадон откатился? Да. Бадон, Вита. Блядь, Миши, не, ну. Отдайте туда заливку. Отдали заливку и назад. Заливка просто. Назад. Назад. Бэк. Надхил. Хорошо. Nice. Я в жопу зайду, ребят. Mm-hmm. Прям, блин, не стакайтесь. Ждем КД. Евангелиона забрали, красавцы. Вань, говори, когда будешь врываться, окей? Бадон, скажешь, когда откатится. Готово. Сейчас. Ваня, что будет? Влетай. Влетай уже быстрее. Летел, блин. Я влетаю. Добить. Справа хуй сосов. Вперед пройти, занять высоту. Убил одного, все, красавцы. Прожмите гигантов прожали, блядь. У них пошел вылез нас. Назад. Батон охил. Назад, отходите. Слава небесным батоном. Назад, блядь, отойдите. Ганнибал охил. Дал косу на отсейв. Ларус назад. АУЕ назад, отхил. Зашли в круг. Батон, одевайся и езжай сюда. Стоп, все, найс.
Так, скалом. Чё, готовы? Нет, Ваня не готов, он не настакан. Ну, так-то да. Стакайся, у меня коса как раз откатится. Они меня подпускают ближе. Они хотят нас замансить, вот, смотри. Да. Они хотят на высоте, поэтому должны влететь там. Они отходят. Они отходят, пошли на высоту, пошли. Только осторожно, эти сзади, тряпки сзади, на лестнице стойте. Тут очень низко будет. Ковыча, быстро. Порезал его. Он может откинуть, запомните. Не стакаться на Ковыча. Жень, когда я так делаю, сразу давай шапку на меня. Говори просто. Они ходят, они ходят. Влетел. Сейчас, секундочку. Назад, блядь. Могилочка. Отхил. Танков разминать. Ты видел, как ебало починить АУЕ? Отходи. Да я замедлен под фростом. Отходи, сука. Шлем всё, есть. Всё, минус АУЕ. Какой, блядь, да, нахуй, да. Шлем? Назад. Вопрос. Нахера это видео? Файт мы не выиграли. Да и задача была культурно провести время. Мы ожидали от РГ окружения, красивых обходных маневров в тыл. Вместо этого РГ в составом 30 плюс человек стояло как стадо испуганных баранов, а варанга как волки накидывались на это стадо, постепенно грызая кусок за куском. Правда, в конце немного увлеклись и поплатились за это. Теперь поговорим уже о самих Russian Guild. Идея объединения всех вагонов русской гильдии в одно крыло не нова, но успешно пиарится Gaming Godом как способ сплотить и сдать вектор движения. Однако посмотрим правде в глаза. РГ – единственная гильдия, в которой стоит налог 40%. Хотя у вас, как говорилось, есть возврат налога, но судя по отзывам ваших же бойцов, такая практика существует только на словах. В той же варанге налог всего десятка, и мы реально обеспечиваем бойцов на ЗВЗ и ГВГ. При том, что у нас нет зерги с 400 рыл, нет ХЦЕ, который фармит серебро 24/7. У вас же компенсация составляет 500к. Хотя при стоимости одного арбалета в 700-900к, это весьма сомнительная компенсация. Да и то, выплачивается она только избранным. Инфа с вашего собрания. Что касается ПВП, так тут вообще все печально. Вы не то что не умеете драться, вы боитесь даже пытаться воевать, имея двукратное преимущество. Ковыч постоянно бомбит, что у вас яиц нет. Теперь по поводу кукарекания гейм-года на форуме. Я, конечно, понимаю, что чтобы поднять мораль, ты можешь пиздеть своим саги все что угодно. Но давай смотреть правде в глаза. Клан, который на протяжении 2 часов по КД отлетает от вас, тестировал рофломет с сапогами призрака. Кстати, вы даже умудрились пару раз отлететь. Я хз, как, наверное, споткнулись о гробик Илюши. Так когда нам надоело, мы выключили долбоёб мод, закатали вас в асфальт и гнали вас ссаными тряпками до выхода из локи. После чего за 1.5 минуты зафармили бабу, и вы ничего не смогли нам противопоставить. Твои оправдания про то, что у вас ушло 1-2 человека, вообще смешны. Как бы это ни было прискорбно, но нашим людям тоже иногда нужно спать. Из нашего рейда народ тоже ливал. Короче, нахуй это пиздобольство. Хочешь играть никчёному зерги, который боится драться даже в большинстве? Вступай в РГ. Так, гляди, у геймгода Toyota от 40% налога появится. А если хочешь настоящего ПВП в гильдии, который любит и умеет драться и побеждать в меньшинстве, добро пожаловать в Орангу. Я все сказал. Дальше думайте сами. Молодцы. Готовьте, сейчас будем подниматься. Прожать шлемы, подняться. Залить наверх, по фликтеру. Заливаю. Могилочка. Отлично. Поднимаемся, шлемы поднялись. Сверху хуйню залейте. Проходим, гоним до лестницы. Растакайтесь. Дал порезку. Чуть-чуть назад, танки, сейчас будет антиврыв. Залейте эту хуйню, которая пришла. Альдеку хила убить. Убить ублюдка. Молодцы. Пользователь пришел в твой канал. А теперь назад отойти и залить мобов. Мобов залить. Залить босса. Я их испугал. Они подходят. Залить тех, кто в рейде. Залить этого хуесоса. Они на мобах. Пройти узкое, быстро проходим узкое. Здесь только танки. Пройти узкое, быстро пройти узкое.
Да, в некоторых замесах вас было действительно 20-24 человека. Но суть в том, что подавляющее большинство этих замесов мы выиграли. Но вот в большинстве случаев вы приходите как раз-таки в тотальном большинстве, имея плюс 10-15 человек. Итого, что мы имеем? В ранга приходит рейдом в 20 человек. РГ приходит либо таким же рейдом в 20-25 и получает поебалу, либо приходит в 30-40 человек, имея 6-8 хилов с шапками на откат, из-за которых откат воскрешения падает до 10 секунд. Таким образом, у РГ каждые 10 секунд встает по 6-8 человек. Есть, конечно, еще некоторые нюансы вашего сетапа, благодаря которым ваш сетап больше подходит под желтые локи, чем под черные. Но их в рамках этого видео и объяснять не буду. Любой желающий может зайти в наш TeamSpeak, и ему будет подробно объяснено, почему сетап РГ больше подходит под желтые локи, чем под черные. Отходим назад за узкое. За узкое отходим назад. За ху... Нет, отходим назад за узкое. Сейчас бабусы выйдет. Браф, отойди. Нормально, я прошел в них и меня убили. Они просели, Боря. Хилл ЕК сектор. Моб на них, блять, на мне уже. Мы за узким, если что. На них мы бы. Проходим узкое, проходим узкое, проходим Макс узкое. Макс рано отдаешь это. Проходим быстро, 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 быстро. Проходим, они на мобах. Залить по фрихтеру, залить, 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 залить. Отлично, отлично. Залить всех, кто остался. Залить оставших. Танка добить. Пойдет, Даня. Пойдет. Я дал стан. Все выделось. Зарутал на лесенке. Заливаем. Заливаем по фриктору, заливаем.